Всем привет! Сегодня у нас 10 ноября 2019 года и продолжаю обзор всех улиц Витязева. И вот сейчас у нас на очереди улица Лермонта. Вот она идет в Новом Витязево от улицы, вот сейчас я поворачиваю, от улицы Лазурная. И идет вот она в сторону Пионерского проспекта. Это в Новом Витязе. Вот видите, на углу продукты. Закрыт сейчас сезонный магазин «Вина Кубани». Продукты закрыты, сезонный. Здесь в основном большие гостевые дома и, как говорится, частные дома. То есть современных построек уже все. Вот видите, лежачие полицейские. Ну, сегодня у нас воскресенье, солнечно. Тепло, температура 20 градусов. Видите, какая для мусора оригинальная беседочка. Не беседочка для мусора, такой типа домик. Вот мусорный бак, такой красивый гостевой дом. Еще один. Ну, то есть здесь уже, видите, это новое Витязево. Здесь уже современные постройки. И вот улица Лермонтова. У каждого тут практически вот плиткой вымощена, как здесь слева. Улица, видите, заасфальтирована. Сейчас сезона нет, народу никого нету. Вот пустынно, но эти машины стоят. Так, здесь у нас вот еще здесь получается трактир «Русские блины». Комплексные обеды от 129 рублей. Напротив Лермонтова 18. Это вот красивый гостевой дом. Смотрите, какой заборчик, плиточка уложена, все. Ну да, здесь вот видите, строили это не старые постройки, новые, поэтому все сделано сложениями. Вот видите, какие туи стоят, высокие, красивые. Здесь прекрасные, как говорится, улица и большие уютные гостевые дома с новыми современными номерами. Вот еще продукты Лермонтова 26, продукты, тоже летний вариант. И вот на пересечении улицы Святого Георгия тоже палатка, значит, «Вина Кубани» и пиво, холодные напитки. Здесь тоже сезонно закрыто и ничего нету. На этом обзор улицы Лермонтова закончен. Ставим лайки, подписывайтесь на канал, дальше будет больше интереснее.